убийца журналистов Савченко Надежда. Скоро буду примерять тюремную одежду. Суд читает приговор, мои мечты сбываются. 20 лет в Европе жить, ну вернее чалиться. Объявила голодовку, покажу свою я мощь. 2 часа держалась стойка, ох, наваристый же борщ. Думаю, в тюрьме российской мне понравится сидеть. Говорят, чефир там вкусный, жаль, покрышки нечем жечь. Адвокатам повезло, у меня их 3. Только вот Wi-Fi бесплатный стал для них бедою. Украина, це Европа, я вам точно говорю. В доказательство смотрите, сейчас вам палец покажу.